Хэллоуин – это праздник, который отмечается 31 октября, но в основном в западных странах. В последнее время он широко отмечается и у нас. Сегодня мы решили узнать у прохожих, что они думают об этом празднике. Я отношусь позитивно к Хэллоуину. А вы считаете, это полезный или не полезный праздник? Я считаю, это полезный праздник, потому что, ну, как-никак, наши предки тоже имели аналог Хэллоуина, учитывая наше языческое прошлое. И я считаю, нужно просто дать дань уважения, просто праздновать, даже если ты другой веры, ну, если хочешь, конечно. А как вы будете в этом году праздновать Хэллоуин? Буду праздновать со своими друзьями, буду праздновать в заведении будет у нас, так скажем, в партии. И... Ну, там таро, все это благовоние, расклады, вот именно это тематическое, грим и все дела. Ну, примерно вот так. А знаете какие-то традиции Хэллоуина? Джек-о-лантерн, типа, это тыква Джека, которая символизирует до сих пор, так скажем, свет, который несет с собой умерший или умерший на тот свет, чтобы найти дорогу, ну, в конечный путь в тот свет. И это традиция зажигать в каждом году хоть одну такую тыкву. Достаточно позитивно, это весело и интересно, увлекательно. А как вы считаете, это полезный праздник или нет? Ну, согласно истории, не самый такой презентабельный праздник, но в плане развлечений и уделения внимания разнообразия своему жизни, то почему бы и нет, может быть. А вы будете в этом году отмечать Хэллоуин? Ну, да, есть некоторые костюмы, мейкапы, которые бы я хотела бы себе сделать и отметить его. А с кем будете отмечать и где? С друзьями, просто собираемся в кафешке и вместе посидим, посмеемся, рассказываем друг другу страшные истории. А знаете ли вы какие-либо традиции Хэллоуина? Ну, когда там в Америке украшают дома красиво, дети ходят из дома в дом, там просят сладости. Там где-то даже есть, по-моему, конкурсы самых страшных костюмов, оригинальных и так далее. Ну, в общем, позитивно. А вы будете отмечать в этом году Хэллоуин? Нет, я нет, но мои дети да. И как вы относитесь к тому, что дети будут отмечать этот праздник? Как бы нормально. Они в предыдущих годах то же самое. И в школе, и в кружке, где занимаются танцами, они отмечали Хэллоуин. Так что... А вы знаете какие-то традиции празднования Хэллоуина? А, ну, какие традиции? Больше всего знаю про тыквы, что из тыквы делают разные фигурки со свечами внутри. И это вообще празднуют, ну, в Америке, наверное, это день мертвых, как бы. И, ну, это у нас не совсем понимает значение этого дня, наверное. Ну, что здесь, ну, с арбатарием, да. Ну, сколько-то, что с арбатарием импортанту. А как вы считаете, это полезный или не полезный праздник? Магнитовый полезный. Почему? Дешевле. Ну, может, для детей, кто там ходит к дверям и просит конфеты. Может, для них. Ну, те, кто сироты там. Модная тенденция в молодежи. А как вы считаете, это полезный или не полезный праздник? Ну, может быть, он полезный в качестве развлечения. Но вообще это движение мне не нравится. А можете сказать, почему? Ну, как-то слишком мрачно. По результатам нашего сегодняшнего опроса, многие прохожие достаточно положительно относятся к Хэллоуину и даже отмечают его. Делитесь в комментариях, отмечаете ли этот праздник и что о нем думаете.